В Сирии правительственные войска и отряды народного ополчения провели при поддержке российских ВКС несколько успешных наступательных операций в провинциях Идлиб и Хама. Уничтожены командные пункты боевиков. Десятки террористов ликвидированы. Военные теснят противника и в окрестностях Латакии. Там освобождены несколько населенных пунктов. А под Дамаском сирийской армии удалось вернуть контроль над аэродромом, который до войны использовался как вертолетная база.